Avtonic ERP-114. Автоматический, ручной, двусторонний тангенциальный проигрыватель винила. После ремонта и настройки. Замены пасека, ремонта руля, смазки. Настройки скорости и так далее. Поднимать тонарм, вперед двигать в ручном режиме, также, кстати, в автоматическом он паузу ищет, и слушать. Лучшие вещи из худших. Так. Вторую сторону. Сейчас тонарм отъезжает и включается вторая сторона. Она плохо работала, воспроизведение второй стороны из-за окислившихся контактов реле, которые пришлось ремонтировать и устанавливать. И теперь уже заработала после восстановления. Пластиночка у меня не самая свежая. Помотаем вперед немного. Также аппарат возвращает на место тонарм. Нажимаем, когда кнопку Play Stop. Потом открывается винилоприемник. Все.